Специализированные микросхемы, которые перечислены в 12, являются двоичным счетчиком и предназначены для использования в электронных системах. В ее состав входит кварцевый ядер с местным кварцевым резонансом на частоту 32.68 и два делителя частот. При подключении к микросхеме внешнего кварцевого резонанса микросхема выдает импульсы различные частоты 32.68, 1024, 127, 21 и 1,60. Импульсы с частотой 128 Гц формируются на выходах микросхемы Т1, Т4, сдвинутые между собой на четверть периода. Эти импульсы предназначены для коммутации разрядов индикаторов часа. Импульсы с частотой 160 Гц подаются на счетчик минут. Импульсы с частотой 1 Гц могут использоваться для подачи на счетчик секунд и для задания разделительной точки. Частота 1024 Гц предназначена для звукового сигнала будильника. Для установки показаний часов могут использоваться импульсы с частотой 2 Гц. Применение микросхемы по 176 Т12 в электронике только как счетчика для часов этим не ограничивается. На этих микросхемах можно смоделировать еще ряд полезных устройств, таких, например, автомат световых эффектов, бегущие огни. Мультивибратор микросхемы по 176 Т12 помимо кварцевого резонатора способен работать с обычной версией. Устройство записывается от источника стабилизированного напряжения 9 вольт или от батареи крон. Потребление совсем незначительное, всего 20 мА. Регулировка скорости подключения светодиода осуществляется изменением номинала и более одного присутствующего в схеме сопротивления и одного частотно-зависимого конденсатора. Расположить светодиодные устройства можно по-разному, например, по кругу, имитируя светящийся круг.